Кто накрутил кудри? Мосса накрутила кудри. А мы так и оставим. У нас сегодня будет необычное начало вкусного рецепта. Мы сегодня что мы сегодня готовим? Творожный бисквит. Для творожного бисквита нам понадобится творог, греческий йогурт, яйца, вишни, смесь кукурузно-рисовой муки мы смешали и органический какао в виде пуговок. А, еще подсластитель и разрыхлитель теста. Для начала нам нужно отделить белки от желтков. К творогу мы добавили желтки и греческий йогурт. И все нужно взблендерить до однородной массы. Мось, а ты огонь. Жду, пока ты заблендеришь все до однородной массы и любуюсь. У-ла-ла. Слушай, мне кажется, у тебя на попе немного рэпнул шовчик. Может такое быть? Ничего-то у меня не рэпнуло, понятно. Я проверяла. Дальше добавляем подсластитель-ароматизатор. Постепенно добавляем смесь кукурузной и рисовой муки. Все хорошо перемешиваем. Пол чайной ложечки разрыхлителя. И все опять хорошо перемешиваем. Теперь будем взбивать белки до устойчивой пены. Взбитые белки будем понемногу вносить в наше тесто и перемешивать аккуратно лопаткой. Как мне, значит, одну вишенку съесть, так я там все отмерила. Так я жижу просто выпила. Все, теперь к нашему тесту добавляем вишни. Хорошо перемешиваем. Переносим в форму. Отправляем в разогретую духовку для запекания. Бисквит готов. Теперь его осталось покрыть глазурью. Мы просто какао-пуговки растворили и добавили немножко подсластителя. Настал момент X, мы будем пробовать. Я пока скажу, что он запекался 40 минут при 170 градусах. И перед подачей не забудьте посыпать все щепоточкой вкусной шоколадной любви. Приятного аппетита. Вкуси. Шоколадный рот. Блин, это вкусно. Еще бы. Чаечек срочно. Срочно чаечек. Рот в шоколаде. Блин, я губу прикусил. Сука, вкусно. Для наших десертов я всегда беру продукты от нашего бренда MyProtein. И, кстати, сейчас отличная новость. На сайте MyProtein начались огромные скидки до минус 70%. Наш промокод дает дополнительную скидку. Дальше смотрите обзор наших любимых продуктов. Выбирайте, заказывайте. И сейчас это сделать выгоднее всего. Очень выгодно, ребята. Отвечаю от души. Пользуйтесь.